ходе первого этапа конкурса членам экспертного совета было представлено более 1000 картин, созданных во всех видах театрального искусства. В итоге номинации были распределены между 56 спектаклями из 20 городов России. После отсмотра определят лауреатов главной театральной премии страны в каждой номинации. Впервые работу артистов и режиссеров оценивают на родных сценах. Раньше спектакли играли в Москве. Жюри – именитые театроведы и актеры. О том, как проходят показы, эксперты говорить не могут. Весь процесс строго засекречен, а вход в зал запрещен, чтобы никто не мог отвлечь и повлиять. Свое знакомство с театром кукол эксперты начали с экскурсии по музею. Известные актеры, которые входят в состав жюри, Лидия Вележева и Игорь Петренко, получили в дар тростевые куклы. В конце 90-х они были частью одних из самых популярных спектаклей. Знаменитости назвали образы в честь нашего города и его рек – Ирта и Ома. Ну а номинантам остается только ждать конца мая. Тогда и объявят победителей национальной премии в Москве. Анна Лукинец, Виктор Осинцев, Сергей Гаев, 12-й канал.